Смеяться над их выступлениями сможет вся страна на Первом канале. Свое решение судьи озвучили на финале сочинского фестиваля «Кивин-2017». Русскую дорогу не отпускали минут пять. Все аплодировали, просто до истерики смеялись, и слезы текли из глаз, потому что это было очень смешное выступление. Заходила каждая шутка, то есть зал взрывался в овациях, и их потом после этого закончили, их просто не отпускали. Все аплодировали так долго. С победой команды поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. А вот и полные итоги фестиваля КВН. В высшей лиге в 2017-м будут шутить брюховецкая команда «Нати» и русская дорога из Армавира. В премьер-лиге три краснодарские команды – летняя сборная, команда Куб ГУ и Топ Секрет. В первой лиге подозрительные лица из Белореченска. Ну а в международную лигу КВН в этом сезоне прошла сборная Куб ГАО. Поздравляю, ребят! Подобным результатом не может похвастаться ни один регион, кроме Москвы. А теперь вот и Кубани. Что сейчас модно в среде КВН и как развиваются команды, оценивали Маслякова, старший и младший. Литературные команды стали особенно популярны, которые мало двигаются по сцене, мало у них динамики, но зато они стараются вот именно своими шутками, своими репризами достучаться до сердец и умов телезрителей. «Кивин» длился 10 дней. Кубанским шутникам пришлось выдержать серьезную конкуренцию. Для участия в фестивале зарегистрировалось около 500 команд. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.